Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». С вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю в новый и интереснейший выпуск, где мы с вами переживем очень сильную грозу, приготовим вкусный ужин, а еще в этом выпуске я исполню свою мечту, покатаюсь на серфинге. Поэтому смотрите внимательно, смотрите до конца. Все важные ссылочки, как всегда, в описании к этому видеоролику. Ставьте лайки, пишите комментарии. И погнали. Мы тут пришли, ребята наготовили кучу плова и угощают. Видишь, как красиво. Какая красота. Прям похуй, да? Плов с печенькой. Вот это красота. Супер. Да, мы дождались своего папу из магазина. Голодные были бы, если бы нас не угостили пловом, чаем, фруктами. В общем, Славик ничего нам не оставил, уехал в магазин, а нас тут подкормили ребята вот из лагеря. Все такие дружные, молодцы. Куда? Стоп! Что делаешь ты, ёшкин кот? Пока Славик ездил в магазин, я себе поставила воду греть. Вот, чтобы потом вот туда в трубу зальем. Ну, там тоже нагрелось уже на солнце. И вот поставили палатку, душ, туалет. Туда подтянем машину, туда закинем шланг с душем, и можно будет помыться. Да, Мирошек? Мирошка ходит. Да? Тёмик, родик. Это... Я же обещал вам. Спасибо. Не растеряйте, играйте. А? Спасибо. Вот, да, место компа. Мы делаем сейчас костерчик. Кстати, мангал наш древний выкинул уборщик. Мы теперь остались без мангала, потому что мы его забыли убрать вечером, а уборщик в Турции его закинул в мусорку. Подумал, что это мусор. Поэтому теперь мы вот так на камушках разжигаем огонь. Будем сейчас жарить котлеты для бургеров и наггетсы такие большие куриные тоже для бургеров, чикенбургеров. Вот вчера посмотрели на ребят, как они готовят, тоже захотела самим приготовить. Мирошка смотрит, как папа там делает. О, да. А это трогать не надо, это же уголь, сынок. Он черный, сейчас будешь как трубочист. Опа. О, ничего страшного, вставай, зайка моя. Вставай, любимый мой, вставай, зайчонок. Молодец, вставай. Ну да, неприятно падать, иди пожалею. Готовим мы, значит, сегодня, как Настенка сказала, уже бургеры. Вот на таком импровизированном мангале с нашей старинной решеточкой. Купил вот такую пачку сыра, очень вкусный, я просто его уже затестил. Взял мясо, правда здесь только 3 штучки, но детям пополам так сделаем. И взял еще такие куриные наггетсы типа, да, тоже. Вот такая красота получается. Аппетитненько. Помидорку тебе надо. На. 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 Да. Вот такая красота. Чика-чика-чика. Вот вы порой спрашиваете, а как душ, да? Вот сейчас покажу вам. Мирошку видели, как мы мыли? Собственно, вот она у нас труба. Шланг, мы выставили вот эту нашу палатку, такую вертикальную получается. Сюда заходишь и спокойно принимаешь душ, никто тебя не видит. Сами мы так мылись, детей в тазик просто ставишь. В принципе, нет ничего сложного и сверхъестественного. Настенка готовит супец. Сегодня будет суп с фрикадельками. Так, а у нас, кстати, сегодня еще был тест-драйв нашего холодильника. Он вчера работал весь вечер. Всю ночь и сегодня уже полдня на аккумуляторе. Прекрасно. Да. Учитывая, что у нас плотность аккумулятора уже упала, я все равно сделал этот эксперимент и думал, что машина утром не заведется. Здесь есть 3 уровня защиты от аккумулятора. Я поставил средненькую и утром проснулся, завожу машину, а она с полоборота. Значит, он как-то экономит все это дело и причем очень даже хорошо. Я думаю, вы поняли. Мы проснулись, быстро завтракаем и уезжаем. Куда? Чуть попозже расскажу. Яичко.
Весь лагерь спит, еще никто не встал, только мы. Кофе пьем и погнали. Так, был сильный дождь, упали, короче, провода со столбами. Видите, все тупят, думают, что же делать с этими проводами. Не дай бог, жахнет током. Не, нет, все турция. Турция, турция. Ха. Не знаю. Так. Назад сдает. Не знаю, что он хочет. А что он не хочет проехать по ним? Странно. У нас вчера закончился интернет, поэтому мы едем с утра за интернетом, так как нужно выложить видео на YouTube, работа. О, чувак проехал, кстати. Вот, и еще нужно всякие мелкие дела порешать, такие как, например, там Мирончику сандали купить. Так, надеюсь, нас не жахнет. Жесткая тема. А, вон, видите, представляете, у нас там вообще как бы ничего не было. А здесь прям вон какой ураган прошелся, повалил деревья. Ничего себе. Громыхало у нас сильно, сами слышали. Ну вот. У нас вообще там ничего не было на берегу, а здесь буквально там 4 километра, и здесь был трындец. Я решил со своим интернетом вопрос. Сейчас нужно решить еще с Настенькиным интернетом. Вообще, конечно, этот вопрос нужно делать заранее. Мы зашли в Starbucks, ну, прямо здесь он, на входе в торговый центр. Попьем кофе, немножко поработаем, а потом пойдем в ТЦ-шечку. Радюшка теперь крутой. Он, короче, сегодня потерял один сандаль, пока мы выходили. И нам пришлось... Стой! Нам пришлось ему купить новые кроксы. Такие красивые-красивые, зелененькие. Здорово. И на стенке взяли, кстати, классные тоже сандали. Чисто резиновые. Мы на стенке купили очень красивый костюмчик. Попозже покажу. А Мирончику купили вот такие сандалики кожаные. В H&M. Мы еще и Мирошки нашли. Кроксики. Ну подрастет ничего. Ну, да. Это просто самые маленькие, что можно было найти. Вот. Теперь у тебя тоже кроксы, сынок. Смотри, как у Тёмы и как у Родиона. В общем, у нас сегодня получился день крокс. Я и себе с ним взял крокс, поэтому эти тапки и залетаем в кроксы. Оу. Да, только надо ноги помыть. И загар теперь выровнять. Супер, обожаю кроксы. Нас можно поздравить, мы пережили эту ночь. Громыхало, лило так, что мама не горюй, и в какие-то моменты даже было страшно. У кого-то в лагере поломало маркизы из-за того, что огромное количество воды было. У кого-то их просто погнуло, кто-то просто прятал все свои вещи. А вот мы, например, стулья забыли убрать, и вот они теперь все мокрые, видите? Мы сейчас позавтракаем и сходим с вами к морю. Там, по-моему, шторм. Но вот даже если мы сейчас с вами прислушаемся, вы услышите шум волн. Мне кажется, там неплохо морюшка сердится. Ладно, пойдемте завтракать. Солнце начало выходить из-за тучек. Прекрасно. Вообще завтра уже все будет. Опять погода, опять будет очень-очень тепло. Ну, в принципе, сейчас тепло. Ночью 20, сейчас где-то градусов 23. Просто влажно. И какое море! Ай-яй-яй-яй-яй! Посмотрите, какие прекрасные волны! Как они стелят! Красотища! Здесь вот камни, там, где мы купаемся, там камней нету. Но в плане бетонных каких-то плит непонятных, это даже камнями не назовешь. У нас там у Сани есть серфборд. Вот, возможно, он сегодня покатает. Мы посмотрим, а возможно, мы тоже покатаем. Гляньте, какие горы великолепные. Да, слушайте, здорово. Красота. Ну вот, Саня пошел. Вода теплая, но все равно в гидрике. Оп. Ну, сейчас посмотрим. Так, у нас есть первая. Ну, давай.
Нет. Нет, вон они классные пошли. Чуть-чуть не подождал. Ну, я решил тоже попробовать катнуть. Я ни разу этого не делал. Я плюс-минус понимаю, как это все работает, но, как говорится, теория это одно, практика это другое. Ну, сейчас попробуем. С Богом! Холодно, я тебе и говорю, что без костюма не нужно. Сыкотно? Так вот, нет, ты не сыкай. Когда ты стоишь через берег, такой же тут маленькие волны, а ты к ней подплываешь, и она большая. Ну вот это последняя была, что за тобой, которая прям вообще большая. Стой, папа, смотри, я буду тоже смотреть. Стой. А, пропустил. Ой, большая какая идет. Давай, большая. Давай, 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 давай. Ой. Это сложно. Еще хорошая идет волна. Чего ты? Давай вот здесь. Да, вот. О, хорошая волна. Где он есть? Давай, 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 славян, славян. Ой, нет. Ну, это надо учиться. Это не... Ты чего орешь, стоишь? У тебя все колготы уже мокрые. О, я в любви не попустила. Когда нет лишнего жира. Разворачивайся, разворачивайся. Разворачивайся! Не, не успею. Мне кажется, он просто балдеет. Мы тут вообще офигенные. Вы его видите вот? Да, видим, ой, как он бежал. Не знаю, что получится у меня. Давай, давай, давай. Да нет, на самом деле... Он уже попытался встать, встал, и надо. Она больше встала. Да, она да, сильнее да. Стала. Роза, что? Вот так. Блин, я даже рука устала держать так камеру, не могу. Давай! Вставай, вставай! Сейчас это было недолго. Ну ничего это. Давай! Давай, 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 давай! Давай! Ему надо развивать по-другому. Слухается, ага. Слушайте, ну ощущения, конечно, очень крутые. Надо пробовать и пробовать. Сразу выходишь, тело прям все болит вообще. Ужас. Здесь так прикольно. Мы с детьми так надолго никогда не расставались, как здесь, вот пока мы стоим. Здесь тоже много детишек, и они утром все просыпаются, объединяются и куда-то уходят играть. У кого лего, у кого какие игрушки. Но смысл в том, что вот сегодня уже сколько времени прошло, да? Мы вообще их не видим, не слышим. Их зовешь только покушать и спать, и все. Это к вопросу несоциализированные бедные дети. Я решил сгонять в магазин за продуктами, так как мы здесь еще на один вечерок, и здесь все в лужах. Жестко. Какие-то совсем огромные, я, конечно, предпочел бы ехать. Ну его нафиг. Такие дела, ночь заливала конкретно нас. Еду я, значит, и на дороге огромнейшая черепаха, прикиньте. Думаю, детишкам показать. Эй, подруга. Настен, я долго думал, что тебе подарить, и решил подарить тебе сегодня очень вкусный суп. Черепаший суп!
Семен, черепашку нашел, что ли? Нет. Или купил? Купил. Только ты на суп? Шучу, нашел. На суп, да. Черепахи. Сейчас будем суп готовить из черепахи. Она живая? Да, тихо, она вообще вылазит сразу. Да вот тут голова у нее. Где ты ее нашел? Прям на дороге лежала. На дороге лежала? Ну шла, я ее еще не раздавил. У черепахи новая мама, Настенька. Иди, мой дядь. Иди скорее, я к тебе. Че? Как тебе черепаха? Настоящий! Мы готовим обед. У нас, короче, прикиньте, полил резко дождик. Мы убрали всю кровать, чтобы, если что, нам спрятаться здесь и здесь покушать. Да, вдруг кто-то впервые попал в наш канал. У нас есть стол, мультиван, шикарная машина, два кресла. И мы здесь садимся вот так вот вокруг столика и кушаем. Все белье убрали в бокс, как обычно. Но дождик прекратился. Ну, собственно, ладно, мы освободили большую себе столешницу. Вот так вот. Такое мясо купил. Оно, в принципе, даже уже плюс-минус подтаяло. Это у нас на обед. А голень, которую я взял, это будет у нас на ужин. Ой, точнее, грудка. Сделаем сегодня пас. Вот. Пока стоит, закипает вода. Сгонял, набрал полный бак. Здесь вот есть недалеко прям колодец, буквально 10 метров. Вот. Солнце хоть и не светит, но тем не менее вода нагревается. Видимо, бьет из-под тучек. У нас снова к вечеру пошел дождь. Непонятно, когда он закончится. Тучи вон там, вон впереди, были настолько синие, что я думал, конечно, накроет очень сильно. Но в целом он просто моросит. Хотя все ребятки разбежались по своим домам, палаткам, бусикам. Мы убрали стол вот тоже под машину и стулья. Ну и, собственно, все тоже в машине. Думаем сейчас приготовить ужин. Вот. И потом уже ложиться спать. Завтра нужно ехать дальше в путь. Готовим ужин вот так вот под навесом. Одного мальчугана загнали уже домой. Двух других только зовем, вот они бегут. Но как бегут? Надо побыстрее идут. Идти, дождик-то хороший Тём, бьет. Ты сейчас весь мокрый, как ты будешь сейчас в машине сидеть? Давайте. Пока готовится ужин, у нас вечерний просмотр фильма. Каспер. Да, парни? Новый фильм. Каспер. Каспер.